Здорово, тварь. Давайте, ребят, сразу. Садитесь в тачки сразу сами, ничего не буду расставлять. Я пишу. Блядь. Во-первых, что такое крестик, а во-вторых, за что? Звездочка. Давай мимик посидит вместо меня. Мимик, ты как? Ты вместо меня. Я нет. А. Сядьте, как я сказал. Вы сможете просто без меня там XT убить, допустим. Дальше я сам. Это ты что ли, блять? Алло, блядь. Да, это я. Я понял. Все, ладно, давай, минут через 20 заходи. Ну все, напиши им просто в Discord. У меня вот тут на экране в левом светится. Я думал, что за старый, блядь, разговаривает. План, давай. Да это не старый, это с телефона я просто. Все, давай. Да. Какая разница, сидите уже, кто сидит, блин. Нам две остановки, и все, больше ничего не надо, блин. Суманите вон шамана лучше. Вот здесь шкаф ставлю возле тачки. Тыкните. О, блядь. О, да нахуй. Дан, все, видишь, сбивать. Видите, Войт, видите? Садитесь в катапульт уже сразу. А что все здесь разрушители стоят? Да, что у нас одна без метки, без водила? Ну, 4 и одна, которая не кидает. Ну, сядьте кто-нибудь любой, блядь, ее не надо будет никого шмалять. Один водитель, один этот. Один пассажир. Быстрее давайте. Все, два человека есть. Пулять осадки. Блять, босс, блять, на 30 секунд, блядь. Закидывайте. Пивайте, колчина. Может кто стрим включить? Готовимся через 5 секунд поменять. Садитесь в катапульт. Закидываем новых. Каз бить? Что это было? У вас пассажиров нет, короче, разрушителя. Сами себе этот стакать. Он, короче, хуйню натворил какую-то. Сами себе пассажирское садитесь.
И колчедан берите. А чё все подохли? А, все вообще сдохли, кто прыгать должен? Сами себе загружайте, садитесь в пассажирское. Каст. И умеют сами себя загружать. Вижу, что только 4 тачки умеют сами себя загружать, да? Угу. Уже 3. Бля, не достаю нахуй. Произошло вообще, я вообще не понял, что происходит. Что-то все махом сдохли и все. Угу. Опять нахуй сломали, блядь. Ебучий Сирус, блядь, заебал уже нахуй. Дня, блядь, без веселухи нам какой-то, блядь. Нормально у нас место дофига себе. Мы все чумодали. Как обычно, какую-то хуйню, блядь, сломают, блядь. А чем убило-то вообще? Дыханием? Меня тараном. Я там линковал. Хотя бы сколько-нибудь. Пиздец какой-то вещь. Кто прыгает, рыба стоит. Остальные садитесь сбивать колчедан уж. Прям начинайте. С общем, у нас будет. Очень проблема. Вы лежите, вставайте, вас никто не резет. Пошли. Возьми тогда шкаф. Против 795 СПД, ебанутые, блядь. Там витрине, которая, короче, 1000 дает. Да это хила, мы танком мапнули, блядь. Больше некому тут, я хуй знает. Прожимные витрине. Кто еще юзает? Да куда? В смысле, сейчас, блядь, все юзают. Да там не так много. Да там не так много. 1700 апа на ханта, короче, забей. Я говорю, СПД не так много. Вот, ну смотри, да? Живой жар 1000 дает. Ну 1000, да? Небесная вспышка дает 850. Но зато она прокает раз полторы, раз 45 секунд. А та 2 минуты. Вот сравнивай. Ты что делаешь-то? Чё? А, нет, я... Чё одна тачка без водилы? Разрушитель без водилы, алло. Кто там сидел? Кто в свободном разрушителе сидел? Туда, да. Бибинох сидел или ты же сидел вроде, нет? Алло? Да, я сидел. Ну, а чё он стоит? Вон он. Смотрю, метки нет, может, это нету. Он без метки, он стоял специально. Загрузи, этот, зарядись. Заедь на ремонт. Ой, есть твои пассажиры у тебя или нет? А уши прыгал, нет? Нет. Ну все тогда. Давайте пуляйте осадки. Закидывать. Колчедан залейте, пожалуйста. У меня интерфейс завис, не тратить сильно колчедан еще. Ты кому говоришь? Немезида. Ты сможешь сесть катапульт? Сейчас я ревокну. Можешь брать? Да. Ну возьми. Закидываем новых. Пересаживайтесь. Ну, ты убил крадельку.
Павладин, поздравляю. Нажми ускорение сейчас. Касам, позаряжайся. Пас. Даст. А сейчас уже не позаряжаю я сам себе. Будет остановка, нет, все. Ну, опять запахнуть, походу. Тут только два или трое. Ну тогда без меня. Ну нет. Ну нет, пассажир. Ну да, киньте еще одного. Кто там свободен? Все, ГГ мне. Надо без пассажира. Нажми без ускорение. Ускорение, ускорение, быстрее. Клочедан, собери. 5 секунд. Ну, 300 к челик всего. Я только сломался. Те четвертый разрушитель. У нас 4 разрушителя живых. Мотоцикл сядь, мне ночь приедет. Все, ты убей, кто у меня сидит. Два стака, два этих только. Ну так я и... Ну так 4 тачки живы. Ну, блядь. Бери, как сюда, сзади вот бежит. Быстрее. Сливайте еще. Дальше, да. Это? Пошли, остро крыло. Вы добили босса? Да. Ни у кого нет проблемы с аккаунтами уже второй день, что, блядь, просто не заходит. Ну, типа я захожу, меня через секунду выкидывают. Это ты на ходи до хуя аккаунта заходил? На второй. А, тогда не знаю. А ему что-то надо, я вот эндемайза вот кидаю, типа, у тебя же там ничан, да? Угу. Кидаю эндемайза на 220 шмот, если кому-то надо, ему пишите. Бля, рот ебал, эти штаны падают во втором рейде пока. Тут в одного танка можно. Да. Нужно. Два танка у нас только на Ториме, на Алгалоне, на собрании. Все остальные боссы, два, один танк. Кинулся вчера, справился с этой задачей, значит и вы можете. Не, ну я и так из одного. Сейчас можно в три хила. Шаман может, хила ОДД. Класски, хуяски. Не, мы должны за один этот привести. Бэл бы. Три хила должно. Хилели? Да, вот это. Один танк. Пот, вы оставьте на перефазу. Перевести за раз.
Переведете, значит, в лохи. У меня звук. Оп. На стрихила? Не 5? Давайте не обокрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Семён, ты как оружие тачку улучшал? Синдор, ты в ШП? Иди сюда. А. Нет, Синдор, вот. Ты повторяешь, одеваешь. А? Одевается, как я, блин. Я наношу, понижает броню. Наверное, не знаю. Слабость — это слабость. Бля, сегодня играли с этим дотом, блядь, с утра, нахуй. С камой, блядь. Такой пиздец, блядь. Сначала тройку огра был, блядь. Домас, не ты был случайно? Чего? Не знаю, просто. Хуёвый тебе, или что? Пиздец. Ну тройку огра, алло! Тройку огра, ну нормально. Можно. Хуен, нормально, ага. Сейчас, блядь. Ты зачем на братишку пиздишь? На кого? На каму, на кого еще? Что за каму? Он не был тройка, блядь, алло. Кто? А кто был тройка? Да мы в пати играем вдвоем. Там левый чел какой-то. А если бы каму было бы на тройке? Ну каму тройка, он бы не выбрал огры. Хуёво бы было. Блин, почему так весело? У меня лихорадка, что ли? Ну, а как мидер вышел, блядь? Который палками из 20 палок двумя попал. Пушка. Всё, готовьтесь, готовьтесь. Давай, Бэйл, поехали. Давай все бурсты, поты, все пьем нахуй. Должны перевести, го, поехали. Смотри. Первый рейд не перевел, первый рейд лохи. Сука. Вот, где твоя машина с этим? Это моя. Вон твоя. Вот твоя. У вас еще 10 секунд. Тоже моя. Черная. Понял, тоже лохи. Сосань, блядь, сосань. Первый рейд они хотят обогнать. Не выросла пися еще. Там дальняя моя была. Сейчас доты снимут. Что они там снимут? Якорь поставил. Да синий нет стал, посмотри. Это как на этом, да? На йоге, когда мы 195к ставили. Синий. Нормально, там 33-й и на брудке ебёт. У меня пистолет среди каких нашёл. 51% ну, острокрыл. Ну, у нас 50, когда нам взлетает. Ой, блядь. 40, блядь. Серьезно? Она улетела вчера 57, а доты дотигали до меньше. Ну, было не было. Туки. А, ты уже зашел? Да там мой 1% был просто, все нормально. Да? Ну да, надеюсь. Можешь. Когда у тебя повторная вакцина? Ну сколько там, 3 недели? 30-го? Не, мне уже получше, у меня, знаешь, мне как-то весело наоборот стало, блядь. Лихорадка уже какая-то, блядь. Че, хуёво было? Ну как хуёво, я типа сидел, как бы температура, ну типа пиздец. А, да? Спутник ебаный. Ну.
Не, ну как бы, температура не спадала, просто как бы я... После вакцины обычно болит рука, куда сделали укол полностью, и дня два тебя лихорадит, а потом нормально. О, во, это я как раз, да, нормально. Саня болит хуй. Это, в принципе, не, сегодня еще пока не дрочился, нормально. А, туда. Понял. Попроси друзей, пусть помогут. Тогда... Все, блядь, закройте эту тему нахуй. Чё думать ты ещё, блядь? Да, больная давайте тема, будем что-то... слушать, кто кому дрочить будет, блядь. А в чём проблема? А что такого? Тебя что-то не устраивает? О, господи, блядь, спаси. Что ты бога-то вспомнил, блядь? Помнишь, что со мной вчера делал, блядь? Вечером. Заткнись, Изор, пожалуйста. Чё, смотри. А, первым давно очень помню, да. Не, мы прошли, дивизион же проходит. Шаманы нужны кому-то поезд, не надо, да? Иди отсюда. Пока не повышай. Подожди, а что там дают за 10? О, награду забрать. Все у него будет лежать, если надо, пишите ему. Я подожди, беру награду. Я только 39 шмот бодринковый. Не, вообще какая-то бюрократическая прививка получилась. Как бы пятница как раз, вот только вечером, все, рабочий день закончился, и меня сразу залихорадило. И завтра выходной. Так, снаряжение редко, эпически дают. Все, чтоб не выпадал из рабочего процесса. Компания позаботилась. Погнали, что стоим-то? Игнис, конечно. Просто Строкрыла уже убили, значит Игнис убили. Пацаны, отдал наручи уже, давай забудьте за них. Сколько человек уже откинулся от вакцины? Признавайтесь. Кто статистику знает? Еще раз. Сколько человек откинулся от вакцины? Статистику в студию. Не знаю. Я только видео видел, где бабу контузило. Тряслась нахуй. 30 каждый дает, если сдох. Большие бабки. Ну, давай лучше. За это ждет, блядь, с кого 30к снять. Ебать, такие дети, цена человеческой жизни 30 тысяч. Долларов какой? Рублей, ебать! Деревянных. Долларов, говорит. В России люди столько не стоят. Как говорится, зачем тебе доллары, что ты на них купишь в России? Обменяешь? Ну как-то не по-православному. У нас остались патриоты еще в это время? Не знаю. Мне кажется, из 100% населения процентов 5 патриотов, наверное, осталось. Да, наши страны. Юра патриот, который шамана не отдал. Понятно, 5% входит он, да? Ага. Это он единственный в Перми, да, получается? Так он из-за Путина. Понял. Я же говорю, единственный в Перми, да? Ну хуй знает, ну типа, блядь, он реально, короче, постоянно то самое, в конфликты вступает по этому поводу. Ну так-то забавно наблюдать. Я не понимаю, без улучшения. Для пидорестей, ебаная. Пошла нахуй. Да оставайтесь как есть. 5 хилов только на собрании надо. На Тореме, в нашем случае на пожарном. На Алгалоне. Все. Больше нигде.
Новый забери. Ну как мы пойдем? Пойдем сразу по Шаркину похуярим или Алгалону? Не, мы сначала Саврани, потом Алгалон, мы потом этот, Кологарн. Ну тебе говорю, мне в 20-50 идти, потому что он пойдет на час. Я же тебе сказал, куда мы идем. Ну, я тебе тоже сказал, куда мне, когда мне нужно уйти. Нихуя. Все. На пульте сразу. Агро Алакрис. Берега Роуш. Агро, смотрите. Первый мат дает Бабладин. Отдайте ему третьего. Роиз. Третий еврей. Да, я понял. Какой урон мочит меня? Я так вот всегда наносил урон. Чё? Последний вудбру. Не понял, что сейчас... Скажем. Ну какой на легендарах? Пожиратель душ. При убийстве противника с помощью оружия ваш запас здоровья восполняется на 597 минут. Крематорий. Чё? Полезная информация у тебя там на заднем фоне. А, понравилось? Да, там что. Я уже все забыл, что там говорил, честно. О, трия. А, тут автомат у меня, а это. 800 уклонение. Да и духу. Да не, у нас фул уже кинул. Титра 6. Я по 12 точно нашел урон. Зумару нам. Блин, кто такой? Ебать, сейчас пиздатый 3 не будет с эту. На холи пала. Да.
Ну, 245-й. Вот здесь. ЗОД. 1200 СПД. Я 5000. Прожимаю. Да, убил. С интеллектом? Ну да. Она и так бисовая была на паладина, типа до... Посмотри. Вообще. РСки. Теперь еще прожимная на 1200 ПТ, ебать, это просто бурст. Ну это не босс. Когда рейд проседает, а хоп, нажал. Вторая вот 200-я, да, с интеллектом? Нет, вторая вот эта с алгалона. Выследить существо, бастион, дезертир. Она и это, СОД. Ты че, Север? Стой. До конца контента куда? Нашего здесь. Черт, а есть что? Эти игру потому что когда здесь РС закроет, все, сервер умер. Нажал и меня нажимать? Дальше нихуй играть. Конечно, там что-то высрут, может. Ага. Ну ты опять высрут, который да, нахуй мне нужен. Я думал, он умрет еще до караха. Нет, я нажимал, меня не нажимал. Да. Да не умрет? Патронов-то нет. Почему будет играть 1004-5? Там у кого-то дисконнекнуло. ЦЛК здесь по-любому будут играть. Вот после ЦЛК, скорее всего, ДГ. Чем она стреляет, интересно? А, нет. Она. Я. А, все. Экстример когда? Когда X4 открылся? Да. Угу. Она умер только из-за этого. Меня убивают. Ну, все новый сервак не откроют, у него умрет X4. Все откроют. Но без брюлей, без усилков, я думаю, сервака они больше не откроют. Так что нехуй тут бояться что-то. Да-да-да-да-да. Я не открою. Гуляй. Типа, тут многие играют только потому, что нету брюлей, усилков, категории, вот эти залупы полные ебаны. Да сейчас посмотрим, сколько, какой онлайн будет, когда выйдет Карагрул Магик. Да, ЕВК когда будет. Контент если когда... онлайн останется таким же, то... А, я с боссом что ли дрался? Сервер полумертвым останется. Ну, я думаю, люди поприходят. Ебать ты пиздец, блять, идиот, блять. Не давайте Белл вообще. Оуши, подними Алакрити. Блэк Лол, Витюш. Это ты Витю убил за то, что он 239-е кольцо забрал? Привет тебя. Нет, я случайно, я не хотел. Я ж такой хуйней не занимаюсь. Пиздит. Витя пиздит, отвечаю. Насрать кому-то там. Не. Пиши 5 лет. Он вот убьет сейчас. Они ваншотнут сейчас нас. А чё, ХП тогда было как в обычке? Да. Понял. Даже когда перевели сердце, да? Да, да, да. Понял. Искру. Эй, патроны кончились, нормально, блин. Понял. Эй, что такое? Скру. А там патроны что-то рядом с ним. О, круто. Я к тебе. Кто меня задел так далеко? Может, опять жара приходит обратно, блядь. Я и есть жара. Как ты снял этот? Что, перми холм? Защиту как-то снял. Не знаю, мне температура как на улице, блядь, похуй.
Блядь, идут, Семен, где разбирайся? Давай, дымай, спартанусь. Да все, не это. Рук-рук еще прям в рейде, ебани. Пачка сдохла. Вот опять, блин. Бля, Саня, у тебя с телефона пиздец голос, как у, блядь, старого пердуна какого-то. Ты Саня сможешь? Ай! Ну я правду говорю, хули. Сука, меня задел. А я искренне благодарю. Я сначала думал, кто это, думаю, что за хуйня. Не, я на самом деле немного специально так сказал, таким грубым голосом, чтобы ты не понял, кто это сказал. Да, да. Бля, кто там выебывается нахуй, такой сразу даже не там настрой. Я не понял, а чё вы не стреляете, ребят? А чё вы меня-то, эй? Блин. Ладно. А триксы можно, да? Ещё захотел. На цикют фазе боссов дают триксы локом. Ранье. Особенно Африка. На собрании ты, надеюсь, ты знаешь, что надо дать триксы на под мой баф. Все. Да да, он бесит постоянно, он какой-то. Не могут другого. Да я за тебя бежу. О! Блять, идентичный лучший рашного рейда. Пуха танковская нужна кому-то? Рольте на оф. Ты себя спиздил? Или на дезенчант? Кого? Ну, ступни. Я скинул дамайзер. Ты себе скинул? А себе тебе нужны что ли? А я не знаю, мне впадло крафтовые делать. Урак что ли вообще? Ти крафти, блядь. Падло, говори. Расчистите, нет? Я там, Эльдар, тебе ролики скидываю, ты хоть их смотришь? Один посмотрел, второй нет еще. А, так давай, я нихуя там, блядь. Ладно. Ну, все равно, не знаю, по видео мне не так сильно доходит вообще до головы. Нет, там никакого обучения в этих видео нет же. Я понимаю, но все равно, типа, я имею в виду в том плане, что... Не знаю, я по видео вообще... Короче, для меня видео это не такой этот информатор мозга. До меня не доходит по видео ничего никогда. Зачем? Берите ремонтик из среды. Ну, я нажал туда. Каждый человек сам же, типа, понимает, как ему обучаться быстрее. Типа, по видео, по... Пока он читает, например, или вообще по практике. О. Вот тебе легче как, Саня, да? Когда ты читаешь, я или когда ты слушаешь? Я секрет всем людям. Проще дается на практике. Ну, сначала прочитал, потом сделал. Ну, понятно. Не знаю, когда слушаю, я не знаю, мне как будто... Я мог думать о другом, что-то там, например, там, о пицце какой-нибудь там. Когда мне что-то там объясняют. Аж водород, водород, я хочу пиццу. Получен две награды. Ага, видос такой. Да, Стив. Я это даст, да. Сиди. Здесь что-то хотел. Снайперка.
Не знаю, я себе купил, короче, фитнес-браслет, чтобы отслеживать типа фазы сна, типа, когда лучше всего просыпаться. Просыпаюсь два дня подряд просто в хламину никакущий, блядь, открываете статистику, написано. Состояние сна хорошее. Я такой, да, блядь, где оно, вроде, какое хорошее. Да что, блядь, фитнес-браслет, блядь, за 70 тысяч евро, что ли, чтобы, блядь, он тебе там говорил. Или за 200 рублей с Алиэкспресс. Ну, 4 тысячи. Сколько? 4 косаря. А как он тебе сон должен определять, я просто не понимаю. Он, типа, это самое. По руке, блядь. Ну, пульс, блядь. Дыхание и пульс. На игру по пульсу, блядь. Да. И температуре тела. Да, до Татарстана еще такие технологии не дошли. Я не Татарстан, если что. Да вообще похуй. Упа, блядь, хуй фая, че ебать. Мой голос больше, чем твой, блядь, в 17 раз, блядь. Если что, так. Нихуя поиск какой выпал. А ну... Население Уфы, блядь. Я не собираю это говно. Эльдар, 1.075. Там хороший поиск. Я не подбираю эту дерьмо. Эльдар, осколки не хочет, пиздец, блядь. Два косаря, и сколько там она стоит? Рыбу поставь. Так. Зимур в танк, давай. Бабл, не забудь прожать. Триксы меня, когда скажу. Триксы. Твиксы. Да, мелко. А эти тут. Чек. Я говорил, кто кого танчит. Ну, как обычно, тут нет никаких других вариантов. Пал большого ДК двоих. Как с мелкой еще разбирались? Нет. Второй баф заберет у нас Веномчик Грипниш. Когда я скажу большого на расстоянии, понял? Да, это надо будет отойти от большого, да? Да, на максимальный рейндж. Уже вази. За агро следить надо. With Fury Bear. На пульте Бабладин сейчас сорвешь. Зикатка сейчас сорвешь. Да? Добить. На мужика. Добить. Там боб здоровяк какой-то. Синие уши, блин. Разошлись. Нир твоя первая. Как обычно, и лемы, и хилы на рейнже должны. Так. Че, блядь, синие лужи? Алло, блядь. Че, дурак, что ли? Еврей ТВС как раз следующий. Разошлись. Положил, блядь. Разошлись, ну чё вы стоите-то, ну ёбаный? Убейте, блядь. Ждём следующую. Стопаем на 500к.
Зашли, стоп, босс, стоп, по босс. Космический призрак. Космический призрак, как у меня что-то. Расшифруйте вот это! Прохильсь. У меня есть космический призрак. Все, ждем. Вот он, космический призрак, снайперка. У меня снайпер. Я подбивать буду один. Ну давай уже лужу свою. Чуть его разошлись. Сейчас будет зеленая. Что-то рофл какой-то или что? Зандас, прохиль, живи. Прохильте рейд. Перелет никак, да? Все, добивай. Добивайте, добивайте, добивайте. Бабл. Бабл. Все. Триксы. А, это он что ли делает? Понял. От входа отойдите, пожалуйста, левее, правее там. Я сейчас туда пойду, на выход. Блин, меня опять мелко от меня бьет. Где он? А, мне СС нет, крышлан вставать не буду. Вот кто такой? Опа, отскочил я. Опа, оп, успел. Готовься, веномчик, фига. Таунтить. Гриппать, вернее, гриппать. Грипп. Я дал. Алакрити, я попросил отойти от входа, но ебаный рот. Кильте рейд. Гимн ХП, дай, пожалуйста, этот. Я сам мисс Камп. Да. Меня тормили эти птички. Дай этот еврей сокру. У меня все лагает, Семен. Я упал. Меня убило. Подли вот, бро. Все. У меня лагало просто. Я не мог двигаться. Я же заранее сказал, и отойдите все, от меня от входа все. Вот опять ко мне бегут. Да идите вы в жопу от меня, а. Флайт и тут. Изи Тундра 01 ОГ. Не почувствовали. Тут я винал, что хотел. А ты попытался удалить там с папы всякую хуйню, кэш и так далее? Да. Переустановил лаунчер. Спасибо, Вина. Да у тебя свала нету. А, знаешь, помнишь, как у нас было, что полчаса не пускал на серу? Я написал им уже с ошибкой почту. Жду ответ. А мы алголон же нет? А ты чё себе мискам с плащ не выбил, Сахуна? Ты с 13-м бегаешь. Не успел. Я его сам просто начал. Ебать. Я всех убил просто. Заморочи вот зада. Подходи. Ключ. Блин, что за масса? 7 минут, когда? Из этого. Остаться один или как называется игра, помнишь? Как раз сейчас калагарнул, ты брыш. Посмотри!
Да, черепов. Спуск. Ты чё не отходил там? Где? Чё нету? Ничего нет, там ничего нет. Пошли дальше. Сейчас он синие лужи, блядь, кастовал раз 100 лет. Интересно, а первый. Свеч? Здесь задание? Кто ушел? Ты нажимаешь? Ну я нажал. А мы, интересно, вернемся? Нет, тогда. Что-то звук. Значит, звук упал, Вовке. А, можно вернуться. Что, вернемся? Дадим все. Тихо, тихо стал. Его просто. Я лишу тебя жизни. Нет, Сандер мой. Я тебя не поставил. Где Сандер? Они вроде есть, а вроде их нет. Или как? Ну, на руке теперь нет, на теле все еще есть. Ни хрена себе. Братан, ты не борзой такой? Поехали сосать. Да ебать. А вот он тебе понравился. Сосем. Сосем. Нет. Спасибо. Да нахуй вы нужны. О, нет, так, это таланты. Арморс. Есть эти люди на алгалу, найдите трошись. Алгалу пошли. Он тринкетсарит, 1722 АП, блядь. Да, вот я же говорил за него. Вот он гадает. А чё, они уже не много тринкета? Не апнули. Апнули, чё, не читал, что ли? Нет, я имею в виду, уже? Или ещё нет? То, что ап будет, я знаю, но когда добавят это. Я тебя понял. Это мне очень надо. Куда вы идёте? Я говорю, на Алгалон идём. Алё, назад. Я тебя подниму, блин, а? Здесь этот, блин, пролетели птички. Вообще 2 капа на 20 да, секунд. Да, вообще я вот. Сейчас очень толкует. Это угадаешь. На любого. Ну рольте на оф, кому надо. Короче. Витя, есть она у тебя? А можно, какая просьба, на Алгалоне почему-то, когда лужа сразу под ногами появляется, не вижу. Можно, если дерево в луже, под деревом лужа появится, крикнуть? Да. Какая, красная, что ли? Да, да, да. Блять, ну... Нет, где угодно появляется, вижу, если она прям изначально сразу подо мной, как будто ее нет. Ящик? Она есть, просто ты ее не видишь. Ого, чё? Ты же друид, двигайся и все часто. Смотрите, люди стоят, двигайся со всеми.
Не стой один нигде. Тебе же не надо стоять, кастовать. Так, первый сокро отдает Нир, потом отдает второй. А Вудбро, третий еврей, четвертый Зикатка, пятый Бабладин. Все. Лететь себе кстати, можно, да? Давайте быстрее. Так. Я буду бить, да? Шкаф ставлю. Я буду говорить первая, вторая, третья, четвертая, пятая сокро. Я Ники не буду говорить. И воните огурцов. Я их не подожду. А у меня стоит че? Я сейчас подписываю быстро. Ты забрал там, нет, этот сок? А раньше поднялся, не сделал бы. Мое почтение в унитазу. Испугался, что ты его просрешь? Пошли, давай. Нажимай. Получилось! Бош. Нам удалось опередить Алгалона. Может, там рыба нужна сзади. Не тыкнись по Алгалону. Перемещение завершено. Запуск. Килы, пейте. Банки на ХП. Я не знаю, я просто не разговаривал, надо было там тринкет и стамина там подготовить шмот отдельно на алгалон. У тебя как? Кто боится умирать? Для блага вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны... Вставайте вокруг пус. Получается, разбираешь, ты его получаешь, да? Дамаж сбьет его от фури. Дамаж тут сейчас. Че, поехали в город? С Уитфури бьешь. Двое. А Витя? Нет, три человека. Витя же еще есть. Ну, все три человека надо. Ну все, три Витя еще. Втроем бьете. Первый мимик вместе помогать. Все, блять. Не, краделька не надо здесь. Шпуху. Там задание было перевести. Блять, пимпа не вызвал, сука. У меня все прокнуло, блять. Все. Все четыре нахуй штуки, блядь. Я хоть жизнь этого доживаю. Пиздец. Плащ. Шея. Триня. Еще какая-то хуйня, не помню. Что ты еще там? Бэл. Вон задание. Видел до нового задания. На первые две не даем сывы, напоминаю. Череп поставил быстрее. Мимик Месси помогает. Убиваем. Космик. Мили один. Вторую череп поставил. Протнять троит. Убиваем. Поднимите перегар. Все, на следующую дает Нир. После кары убиваем череп. Космик. Не бей. Хилы, не умрите от этой хуйни. Нет, давай сейф. Давайте сейф. Нет, сейф. Убивай еще одну. Сейф дайте. Второй сейф. Кто должен давать? Подними в этого. В Уитфури. Больше не убиваем. Ну понятно, винта 40, как обычно. Космик. Больше не бьем звезды, до срока. Мимик, ну ёбаный стыд. Вставай. Дайте ребаф всем. Кто умер. Сейчас будет суровый. Одна дырка вот осталась. Уходим. После босса. Понял. Череп стоит, после кары убьем череп. Не бей его. Космик. Сейчас будет третий сейф надо дать. О, второй вернее. Давай. Второй сейф. Месси подхильте. Ой, тебя снять, не? Нет, другой, давай. Блэк Лоу, подними вот бро. После кары убьем ее.
уши поднимешь, мискама. Космик, это разошлись. Гимн ХП, да, Эмбер? Да, сейф даете? Третий сейф. Убил. Еще одна взорвется. Поднять рейд, подожди, поднять рейд. Не, она четвертый сама взорвется. Четвертый сейф, четвертый сейф. Все, все, норм. Поднять рейд. Еще одна, еще одна. Поднимите рейд, просто поднимите рейд сейчас. Разойдитесь, сейчас мили взорвется. Пока её не взрывать. Мы не бьем ее, мы не бьем ее. Пятый сейф, пятый. Ладно, бейте. Пятый сейф дайте, пятый сейф дайте. Камни ждите. Прохильте рейд, просто прохильте рейд, гейм на ману надо. У меня зависла. А? У меня зависла игра, если что. Звезда дальняя, которая, видите, смотри, там на этом лоу хп 70к, видишь? Я поставил череп, все, я развис. После кары убьем. Космик. Суровый, она заходим. А дырок нет-то? Есть, есть, последняя мы разберем. Ну сейчас я сдохну там. Вот бро, ладно, нахуй. Чё, не хочу ничего говорить. Он, ничего не изменится от того, что, что скажу. Я сейчас я создам. Да. Тут некоторые люди просто из-за того, что никого нет. Я даже ничего не хочу этим людям просто говорить. Здесь можно автоматически делать. Это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. Поставь Мализону метку, чтобы это... Чтобы нормально все стояли. 75 миллионов раз скидывал макрос на снятие ба сокрыть себя. Ну, блядь, до сих пор его не себя не поставили. Что, блядь? Один умирал по КД, блядь, от этого. Теперь второй умирает по КД от этого. Че, блядь, сложно два раза макрос нажать, блядь, за полсекунды? Я здесь не буду сидеть, 50 тысяч траев. 5 траев даю, не убивайте, уходим просто отсюда. Здесь я вспомнил. Теперь же. А у танков есть голос анонсить, когда меняются? Да я есть. Не знаю, у нас все танки, не мы в гильдии. Ну теперь-то уж точно. Когда, блядь, этот... Когда речь заходит о каком-нибудь шмоте, там, о перепалке между танками, тогда у них микрофон, блядь, на 400% становится. А как что-то анонсить, там нужную вещь во время боя сказать. У них там он сломается, там где-нибудь под этим лежит, между хуем лежит. Короче, там где-то валяется. Вроде уже научили, блядь, недавно там, что говорить, когда меняются, когда что нажимают. Опять нахуй не мыми стали. Почему не умеет? Ну, я не услышал за бой ни разу, чтобы ты что-то сказал. Я забрал там, я сакру нажал, я там отдал сейф.
Звезда. Ой, Витя, сори. Быстрее. Отбиваем. Череп поставил. Убиваем череп. Боже, блядь. Убиваем череп. Череп поставим. После кары убьем. Стоп. Зимон собрал. Берегитесь. Сейф есть? Нет, сейф. Убиваем. Давайте до кары убьем. Готовьте сейф. Три, два, второй сейф. Били. Без комментариев даже вторую смерть. До сурового мы больше звезды не бьем. Почему сам... бейте? Ничего страшного, не бейте. Не надо, я сам ее довожу, блядь, а потом мирики закидывают нахуй. Заходим. Космос сразу. Череп поставил. Не забрал. После космика убьем череп. Не забрал. Три. Третий сейф. Два. Один. Угу. Звезда следующая. Вот, поставил череп. До кары. После кары, после кары. Стоп, 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 стоп. Стоп урон, стоп урон. Четвертый сейф. Дай-дай-дай, четвертый. После кары еще. Поднимите ли. Убиваю. Пятый сейф. Там пятый две звезды, но в мире, ну ёб твою. Не-не-не, это закливали, да. Она была флова. Ну там было 30 тысяч, ну как ее закливать могут? Ну ё-моё, ну просто... Хильте. Зумр, забери бот. Убивай звезду. Пусть суп ест. Он не кушал. Это нахуй, блядь. Берегитесь. Эмбер, дай по мне зубы. По Ниру. Не вставайте никто. Я не понимаю, у нас вот у Лока под ником Авендосора этот на монитор ничего не видно или что? У него там алгалон только перед ебалом, больше ничего, ничего нет. Красные лужи, черненькие лужи, такие видно, нет, интересно? Мне вот просто вот интересно. Или типа по КД будешь проваливаться туда? Фредди просто банально, потому что нету другого лока. Я тебе конкретно это говорю сейчас. Ты полный пиздец, блядь. Ухрен ты вообще в Дестрике, я не мог понять. У тебя написано в заметке демон. Где? Почему ты в Дестрике? Ты умудряешься в Дестрике умирать? Я-то думаю, может он там, блядь, в демоне, там, за проками не может уследить, там, поэтому не видит лужи, умирает. Он в Дестрике дохнет.
нас три трое. Тут мы взяли что? Не знаю, что это.